Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Сейчас мы покажем вам эхо войны. Смотрите. Опа! Вот оно, эхо войны. И другой планер тоже летает с нами. Эх! Вот же не лень было людям планеты Земля строить такую хреноту. А, посмотрите. И ведь стреляли-то по территории, это территория Италии вообще-то. Я так понимаю, что это французы построили, чтобы пулять по территории Италии. Ну-ка, прикрой атакую! Та-та-та-та! Ю-ху! Да. А я тоже не... А вон он. Да, он там набирает. Он нам не мешает. Так, создан с высотой. Все хорошо. Закрылок нормально. Ну, еще один проходит. Эх, надо было мне в летчик-истребитель идти. И на другую сторону переложимся. Ух! Еще и поднимает нас. Красота, да? Так, где планер? Видишь его? А, вижу, я вижу. Ну что, вроде как я вас позабавил. Наверное, еще один проходик сделаем. Сейчас я попробую под правое крыло. Делать со стороны, ну, в общем, сейчас увидите. Смотрите, какие горы вокруг у нас красивые. Такая у нас погода, бомба. Блин, прет везде со страшной силой. Ладно, через правое крыло. Вот, гляньте, в Италии облака ниже, и вообще погода гадость. Не знаю, как итальянцы живут и чем живут. Вот, разгоняемся. Так, никого нет. Сейчас. Промчимся рядышком с этими штучками. Оп, туристов тоже нет. Пока это закрыто. А так бы, конечно, туристы нас бы не порадовались. Вон, смотрите, все как хорошо видно. Оп. Тарам-па-там-па-там-па-пам. Эта форточка открылась от наших пилотажных ухищрений. С вами был безумный экипаж, который возвращается. Теперь полетел на Монте-Пизо.